Роман Сергеевич, скажите, пожалуйста, является ли резистентность микроорганизмов исключительно результатом нерационального использования антибиотиков? Ведь резистентность к антимикробным препаратам может развиваться даже при их правильном применении. Конечно, не является. Резистентность к антимикробным препаратам может развиваться и при правильном применении антибиотиков, но самый главный аспект заключается в том, как нам правильно использовать антибиотики для того, чтобы минимизировать ее последствия и, самое главное, сделать все, чтобы ее скорость не нарастала с такой скоростью, как она делает это сейчас.